Курская «Динамо» провела товарищеский матч с «Ивановской энергией». В предыдущей встрече курянки разгромили соперниц с разницей в полсотни очков. Команды решают разные турнирные задачи, однако игра была полезна для обоих коллективов. Она стала важным элементом подготовки к полуфиналу российской премьер-лиги. С первых минут матча курская «Динамо» показала, что подошло к игре серьезно, даже несмотря на ее товарищеский статус. После этой игры разберем тактические ошибки, сделаем какие-то поправки к игре с Оренбургом. Но сегодня игроки должны выложиться, должны пробежаться, должны активно защищаться и нападать. Последние игры показали, что наши баскетболистки находятся в отличной форме. Сейчас был большой перерыв. Нам нужна была эта игра, чтобы следовать нашему расписанию. Мы будем следовать такой же нотации, такой же смене игроков, как и в обычные игры. Товарищеский матч завершился победой курского «Динамо» со счетом 77-56. Следующая игра состоится на выезде 16 апреля с оренбургской «Надеждой». Ответный матч полуфинала пройдет в Курске 19 апреля.